Добрый день. Мы находимся на дороге Вуда, Устрица. Там Устрица. Там Устрица. Вот. Сейчас мы решили сходить на речку. Когда-то очень давно мы ловили здесь сига. Курение вредит вашему здоровью. Да. И лыжи тоже это было. А дверцу надо закрывать? Сейчас закроем. Так. Вот мы сейчас по этой, по тропе натоптанной, накатанной, отправимся в лес, на речку. Закрывайте потихонечку. А на Вежме, клёва нет. Так-то мы сегодня всю ночь провели на льду у реки Вежма. Я свои 5 килограмм на ваге поймал, Андрюха побольше, ну и Юра тоже побольше, чем у меня. Но Женька говорит, что на пару жерех ему хватит. Вот. А сейчас мы идем, попробуем половить, времени у нас еще есть, на речке. Река Уна. Вот. Судя по тому, что здесь натоптана тропа, место, похоже, популярное. Сюда даже можно на мотособаке. Ой, хорошо-то как в зимнем лесу. Пока что еще зимний. О, наблюдаются заячьи следы. Сегодня немного мело снег, так, возможно, свежие, но заметили. О. Дело-то серьезное. О, видал, тут люди-то подготовлены, а мы без всего. Куда? За них. За них. За них. Точно? Потом далеко нам идти. Сусанин у нас. Андрюха обещает, что клёв будет такой, что мы забудем обо всем на свете. Что, теперь мне мучиться? Это лед такой толстый? Да. И везде такой? Не достал до камней, но... О, заработало. Сейчас забрасываем удочку. Начинаем ждать, как в песне поется. Thank you.
А у тебя сколько подо льдом? А здесь как думаешь? Не знаю. А у тебя здесь глубже? А здесь? Вот здесь? Вот здесь, вот моя лодка. А это? Там-то я, там вообще вот столько всего подо льдом. Да. Червячка бы, блин, земляно вот. А может быть и да. Видимо, да. Как бы типа как получилось бы как донка. Надо будет в деревню с собой этих или накопать, если Андрюхонька, либо купить. Так продаются. Где твоя большая ложка? Там, где ты ей хлебал последний раз. Моя здесь. Вот там что-то воткнуто, но я не знаю, чья это. Вон она, блин. Ну что там, глубже? Не знаю. А лед-то сколько? Шнек? Там интересно, на речке вот такие маленькие эти. Такие маленькие сомики на речке, на Нелинге еще ловятся. Вот. Не сомики, а ну, бычки. А? Бычки. Ну бычки вот эти, да. Уса, с усами. Вот такие, как воблер-то у меня такой есть. Да. Ты ребенок. Марширует. Девочка. Туда не заросла. Бутылкой пробей. Ну-ка. Ну-ка все вместе. Что, из этой пить? Да нет. Это вставить надо. Из этой пить? Шата. Ну-ка и наливай. Хватит. Она хоть и с этой, но надо наливать так. Потому что я завариваю его, не гондоны. Попадая чай в зазор и... Скажи... Этот. Резьба засирается. Ну, спасибо. Короче, начинает протекать. С лимоном. Ты знаешь, на кого похож? Из мультика-то про этого, про белого медвежонка-то, про Умку. Вот Умка, да, мультик, там парень.
такой же шапки, я думаю, где я его видел? Так я тебе говорю. А я думаю, где я это видел, понимаешь? Так вот и... Тут помню, а доказать не могу. Видишь, а Саня вот доказать. Точно. Женя устал. Женя сказал, хватит. Да, потерял мормышку, утверждает, что держал кумжу килограммовую, да, три подряд схода, вот. Вот самый наглый рыбак сегодня, да, больше всех наловил на ваге, как я понял, в своей повадке. И здесь это самое урвал хвостика. Ну-ка давай показывай, какие здесь рыбы водятся. Грамм думается 200. О, это говорят сик. Сик? Ну какой-то сик. Какой-то сик. На сика мы его ловили. Вот. А мы на речке Уни. Тут не только мы, тут люди отдыхают. А мы ехали мимо и заглянули. Подышать. Нам товарищ Третьяков. Завались, говорит, тут. Рыбалка зашибли. Так что мы заканчиваем. Это баловство. И все. Женя пошел первым. Сейчас я сматываю тоже удочку и тоже буду двигаться в направлении автомобиля. Андрюха шел, тут чипсы посыпал. Ты что, чипсы по всей дороге рассыпал? Нет, клево. И это правда. Сними с меня этот ледобур. Чехольчик у него. Вот он, последний. Затейник наш. Из рыбаков. Ждем его уже полчаса. А? Поймал тебя, поймал. Ну я-то поймал. Ну вот, я нет. А ты затейник. Лёвку видел?
Не запущено, не запущено. Ладно. Ладно. Есть? Провели денек, вернее сутки. Погода устаканилась, когда нам уже домой пора. Как говорит Юра, елочек здесь дофига. Ну давай, ищи. Все, собираемся и уваливаем нахрен. Хорошо отдохнули.